Многие из нас ходят сейчас в тренажерные залы. Вот и я тоже решила пойти. Для занятий прикупила себе вот такой обычный спортивный коврик. И обратила внимание, что упакован он двумя вот такими вот резиночками. Вот одна, вторая. И сейчас я вам покажу, как удачно я их применила. Занимаясь в тренажерном зале, я заметила такую особенность. Все ходят почти в зал с телефонами. Ну, понятно, надо быть всегда на связи. И оставляют телефон где попало. На тренажерах, полочках. А потом вспоминают, где я его оставила. А вот, что делаю я. Одеваю резинки на руку. Вот так. И закрепляю свой телефон. Оп. Все, в руке держится надежно, фиксировано. Я могу сниматься совершенно спокойно, что он никуда не денется. А теперь добавляем скорости. Проверила сама. Телефон зафиксирован надежно, он прям прилипает к руке, плюс еще зафиксирован резинками. Вы можете быть уверены, что вы не пропустите важный звонок и ваш телефон не потеряется где-то в зале. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии.